Приветствую вас на нашем канале. Сегодня я приготовила курицу в чесночно-сливочном соусе. Это такая вкуснятина, вы не поверите. Это вам нужно сделать, чтобы узнать это. Это очень вкусно. Здесь я использовала бедрышки, но можно использовать даже целую курицу. Потом ее просто порезать по кусочкам, ну, сделать те же самые манипуляции, что и у меня. Это очень вкусно, попробуйте, вы не пожалеете. Очень вкусно. Посмотрите, как я ее приготовила. Для начала обжарим курицу. У меня бедрышки, 6 штучек. Кожицей вниз, чтобы у нас была поджаренная корочка. Теперь нужно курицу присолить. Больше ничего. На ниже среднего делаем огонек и обжариваем минут 7 до хорошо золотистой корочки. Все, посолили. Еще нам понадобится 0,5 литра сливок, у меня 10%, чеснок, 1 головка чеснока, у меня сладкая паприка, и вон, видите, буквально на кончике у меня красный перец, острый, буквально немножечко. И смесь у меня зелени, укропа и петрушки. Чеснок нужно раздавить. Я пропущу через чесночницу. И сейчас будем курочку уже снимать со сковородки. Курочка наша поджарилась. Вот. Все, снимаем это все на тарелочку. И прямо сюда мы будем вылаживать наш чесночок. Делаем немножко меньше огонек, ниже среднего, так скажем, чтобы ничего не горело. Ну, буквально немножечко, просто чтобы он поджарился и дал свой вкус. Но чтобы он не сгорел, подзолотился, был красивенький. Вот это огарочки, которые остались от курочки, придадут еще больше вкуса. Ой, как запахло. Класс, вкусняшка. Чесночок быстро обжаривается, вот он уже становится золотистым. И выливаем сюда наши сливки. Добавляем паприку с острым перцем. Если будет копченая паприка, тоже очень вкусно будет. И зелень. Теперь можно посолить. Перемешайте хорошо соль и попробуйте еще раз. Сливки уже закипели. И даем потомиться еще 10 минут. Накрываем крышечкой и пусть на медленном огоньке томится наша курица.
В результате у нас получилось вот такое вот красивое и вкусное блюдо. Сейчас попробуем его. Вот мясо готовое наше. О, очень горячее. Очень вкусно. Класс. Сейчас попробуем. Вот у меня сегодня на гарнир гречка еще. Сейчас с гречкой попробуем соус. Обалдеть. Это очень вкусно. Соус обалденно пикантненький такой, с чесночной ноткой. Но он не острый. Класс. Курица приготовилась идеально. Мягенькая. Обалденно вкусная. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Пишите комментарии. Всего вам доброго.